Для полноценного функционирования нам нужны нутриенты. Ученые подсчитали, чтобы получить норму полезных веществ из продуктов питания, придется съедать по 25 килограммов еды ежедневно. Тенториум плюс на сухом меде – комплекс нутриентов в естественной концентрации. Активные вещества в его составе – сухой мед, пчелиная обножка и прополис. Пчелиная обножка, пожалуй, рекордсмен среди пчелопродуктов по разнообразию состава. Чего тут только нет. Аминокислоты, витамины, минералы, ферменты. Плохо одно – свежую пыльцу трудно хранить, чтобы она не потеряла своих свойств. Оборудование завода Tentorium Rulon это позволяет. Второй компонент – густой экстракт прополиса с повышенной концентрацией флавоноидных соединений. Сухой мед. Это нативный мед, который высушен по щадящей технологии, чтобы сохранить полезные свойства. Он дополняет действие обножки и прополиса и выступает естественным консервантом. Доказано, продукты пчеловодства обладают синергетическим действием. При совместном применении их эффект усиливается. Одно из исследований выявило, что шарики из обножки и прополиса на 53% эффективнее этих пчелопродуктов по отдельности. Комплексное действие пчелопродуктов в гранулах Tentorium Plus на сухом меде поможет восстановить обменные процессы, энергетические затраты, справиться со стрессом, насытить организм нутриентами и адаптировать его к высоким нагрузкам. Кстати, гранулирование улучшает биодоступность. Гранулы буквально тают во рту, позволяя всем веществам быстро всасываться в кровоток. Дополните свой рацион продуктом Tentorium Plus на сухом меде и всегда оставайтесь в ресурсе.